Слышишь? Оно стучится в груди, как молотом об наковальню. Тебе никогда не бывать впереди, сидя в быту, как в спальне. Вставай же! Иди, ищи себе нужные грабли, без них пропадешь, увянешь в тоске, зарубят женские сабли. Пытайся, найди, что хотел, лесник будешь или священник, простят тебе все, кучу старых проблем, поняв, что ты больше не пленник. Люби свой народ, всей силой люби, когда тебе хуже и хуже, он только один протянет руку, заранее скинув в лужу. Смотри же, смотри на жизнь свою с диким размахом. Она ведь одна, еще не дадут. Проси хоть Христа, хоть Аллаха. Очнись, всю сердечную накипь смывай, иначе вовек не протянешь. Делись, все, что есть, отдавай, иначе свой след не оставишь.